здравствуйте, вы на канале Аванеса Фэмили, сегодня с вами я, Михаил. Вот, хотел бы с вами сегодня поделиться классным новогодним рецептом, это грудинка по-новогоднему, вот так мы ее назовем. Это очень вкусный, классный рецепт, сейчас я вам все покажу. Итак, для начала нам надо грудиночка свиная, вот смотрите, вот такая вот часть. Вот, тут получается очень красиво, видите, чуть-чуть жирка, чуть-чуть сальца, вот эта мягкая часть, она будет очень сочная и вкусная. Для маринада нам надо, я подготовил сразу, здесь у меня ложка столовая паприки я добавил, кориандра чайную ложку и чайную ложку базилика. Это самые любимые мои приправы. Сейчас мне сюда надо понадобиться еще чесночок, мы сейчас еще с вами перемелим чесночок. И будем дальше готовить. Так, перемелим наш чесночок. Здесь у меня головка чеснока ровно выходит. Здесь получается грудинки у нас где-то килограмма 2. Да, 2 и есть. Сейчас мы сюда же чесночок перемелим. Через давилочку. Добавляем нашего черного перчика. Сюда же добавляем сольки, где-то 2 столовые ложки, оливкового масла где-то грамм 100. Все это хорошо перемешиваем, наши приправки. Вот у нас такой цвет появляется. Сейчас мы будем приправлять нашу грудиночку. Для начала мы делаем маленькие вот такие вот надрезики нашей грудиночки. Это чтобы у нас мяско внутри тоже промариновалось. И вот так вот тоже делаем. Раз. Вот такие вот, видите, как маленькие кубики. Немножко их раз это, ну все. Угу. Да, отлично. Так, теперь маринуем нашу грудиночку. И хорошо ее смазываем по всему вот так вот. Хорошо смазываем. У нас все промариновалось. Так, грудиночку мы с вами нашу замариновали. Сейчас мы разложили, я, получается, взял фольгу. И смотрите, я сделал здесь две части. Почему? Потому что она должна пропитаться, и чтобы сок наш не вытекал. Так, берем нашу красавицу. Вот наш маринадик. Вот так вот ложим. Красиво. И сейчас будем закрывать ее. Так, будем закрывать аккуратненько. Берем жесть. Два. Здесь вот
Хорошо, закрываем. Я потом еще одной буду прям фольгой, потому что она должна не вытекать наш сок. Наша красотка. Сейчас вот так. И сейчас еще. Ну что, фольгу мы его завернули. Теперь уложим ровно на сутки. И завтра с вами обратно встречаемся. Оно должно хорошо промариноваться. Все приправы должны дать свой аромат. Будет очень вкусно, я вам обещаю. До завтра. Всем привет! Прошло сутки. Вот наше мясо, которое мы вчера с вами замариновали. Вот, оно пролежало на сутки. Сейчас мы его будем запекать. Я взял противень, смазал его подсолнечным маслом. И то, что мы вчера приготавливали, нашу грудиночку, мы ложим красиво вот на наш противень. Вот. И будем его запекать. Я духовку поставил на разогрев. Поставил 190 градусов на обдув. На полтора часа в фольге. А потом раскроем и сделаем красавицу. Пока наша грудиночка там уже доготавливается, мы сейчас с вами подготовим смазочку тем, что будем смазывать, когда раскроем от фольги. Так, для этого нам надо 2 столовые ложки меда. Здесь у нас 1 столовая будет французской горчички. Можно даже чуть-чуть больше. С горочкой 1 столовая, можно сказать. И соевого соуса. Соевого соуса здесь, ну, сейчас я вам скажу. Вот 1 ложка, 2, 3 ложечки. Все, хватит с головой. И все это хорошо перемешиваем. Открыл нашу грудиночку. Теперь будем нашим с вами соусом, тот, который мы с вами сделали, его смазывать. И буквально потом на минут 10 в духовочку, и все, и можно до остывания и кушать. Так, и в духовочку буквально на 10 минут. Друзья, вот с вами у нас получилось все очень вкусно. Сейчас будем пробовать. Оно обалденно будет, классный рецепт. Я что хочу сказать. Мы с вами уже ровно полтора года, как нашему каналу. Вот. Я рад, что у меня есть вы, мои любимые, дорогие подписчики. Я хочу вас и поздравить с наступающим Новым годом. Пожелать вам всего самого наилучшего, здоровья, счастья, любви, чтобы дети вас радовали, чтобы все вокруг любили друг друга, ценили и обнимали. Главное, это нам мирного неба над головой и здоровья. Здоровья нам очень надо в этой жизни. Дай Бог всем счастья, любви и всего самого наилучшего. С наступающим вас Новым годом, друзья! Ah.
Так, теперь будем пробовать наше блюдо. Вот оно у нас получилось. Смотрите, как прям разваливается мяско. Сочное, классное. Обалденно. Это то, что надо. Все вкусно, мягенько, сочно. Готовим с любовью. Все, люблю, целую, подписывайтесь, ставим колокольчики. Пока-пока, с наступающим Новым годом. Ура!